баба Матрёна, ты Клавдию Ивановну не видала? Понятно. Клавдия Ивановна! Клавдия Ивановна! Да... Ну я Клавдия Ивановна. Уж 36 лет, как Клавдия Ивановна. 36? Ну, с четвертинкой. Огурчиком закуси. Я не за этим. Клавдия Ивановна, у меня к вам серьезный разговор. Самогонку, которую приготовили для продажи, я не пила. Клавдия Ивановна, я не об этом. Если вы помните, в прошлом году за систематический передовизм на производстве вы были направлены в качестве поощрения в Америку на международный симпозиум доярок. Ну, конечно, помню. Я себе, вот смотри, какой подарок привезла, видишь? Тебя ж тоже привезла, ты помнишь? Что? Бигуди из слоновой кости. Вы же из них еще шахматы сделали. Клавдия Ивановна, я сейчас не об этом. Так вот, из посольства Соединенных... Ты мой хороший. Клавдия Ивановна, у меня серьезный разговор. Ведите себя прилично. Хорошо. Из посольства Соединенных Штатов Америки к нам в контору пришла нота протеста с требованием выдать вас властям США. А ключом не надо от амбара, где коровы мычат? Клавдия Ивановна, вас хотят видеть вся американская полиция, ФБР и ЦРУ вместе взяты. Да что я такого сделала-то? Вот и я хотел бы знать, что вы там вы такого в этой Америке сделали. Но так как наша страна, как известно, своих не выдает... Спасибо. Спасибо. Американский представитель приехал к нам в колхоз. И пока он там в этой луже застрял, я быстренько огородами пришел вас предупредить. Он хочет лично с вами побеседовать. Скажите, что я занята. У меня подруга. Мы вышиваем. Владимир, все. Это деревня Нижние Чесуны? Да, да, это деревня Нижние Чесуны. Окей. Окей, говорит. Скажите, пожалуйста, вы не видите здесь вот эта женщина? Привет. Оу, я. Окей. Меня зовут Скотт. Скотт? Я много скотов повидал. Ты кушай. Меня зовут мистер Скотт Бадун. Интересно. С такой фамилией отрезвый. Владимир Ивановна, человек на работе. Интересно, есть в Америке Скотт-сушняк? Excuse me, что есть сушняк? Ну, это когда утром... Встаешь с бодуна. То есть, если утром вставать с меня, это сушняк. Это я пошутил. Скажи ему, переведи ему. Do you speak English? Yeah. Юмор, шутка. Oh. Joke. Понимаете? У меня есть к вам целый список претензий по поводу вашего пребывания в Соединенных Штатах Америки. Претензии у него, глядя. Какие претензии? Ты давай факты. Факты. Я? Факты – это значит доказательства. Доказательства, понимаешь? А, доказательства. Yes, yes. Тут есть целый список доказательств и претензий по поводу вашего пребывания в Соединенных Штатах Америки. Товарищ капиталист Владимир Ивановна, я пойду из вашей машинки бензинчик солью пока. What? Стекло протру. Дурака, понимаете? Фрейншафт! Вот. Странный человек. Ты зачем, сынок, приехал-то? Какие проблемы у тебя? Давайте начнем по порядку. Когда вы прилетаете в Нью-Йорк, вас досматривают таможни в аэропорт. У вас были обнаружены неизвестное химическое вещество. К-
какое неизвестное химическое вещество-то? Это краковская колбаса из сельпо. Я в самолете ела. В этот краковская колбаса были обнаружены натрий, плутоний, фосген, мышьяк и примеси тяжелых металлов. Таможенная собака, которая съела кусок вашей колбасы, на следующий день подохла. Ну уж не знаю. Не знаю я. Вон Мотя у меня, всю жизнь ест и ничего, гляди ты. На, Скотт, колбаски попробуй. Ты кушай, Мотя, кушай. Вы не обращайте на нее внимания. Она у меня по понедельникам всегда такая. Когда ваша колбаса вытащили из пакет по аэропорту, распространился такой запах, что была объявлена химическая тревога. Пришлось эвакуировать пассажиров. Ну, колбаса немного испортилась. До вашей Америки 11 часов лету. Она в пакете перележала, Маника. Надо было ножичком белое соскребать. Толстенько порезать на хлебушек. Пальчики оближешь. Хлебушек подай, Клавдия. На, подам, держи, на, не обращать внимания. Так, еще вы обвиняетесь в попытке изнасилования. Ты злый какой-то. Что-то я не помню такого уж. Вот здесь все записано. 12 в 10:00, гуляя по 5-й авеню, вы набросились на гражданина Америки, стали его целовать и рвать на нем одежду, пока вас не оттащила полиция. Его звали Джон Люк. Ты целовала Люк? Ты кушай давай. Это я перепутала. Думала, твой любимый Леонардо Ди Капри выйдет. Мистер Люк теперь лечится у психиатров? Ну, передавайте ему привет. Привет. Это еще не все. В 13:00 вы быть на экскурсии «Белый дом». Но. И там вы напасть на президента Соединенных Штатов Америки. Ничего я не напасть. Я туалет искать. Вот ты представляешь, я в туалет забегаю, там мужик сидит. Спрашивает меня, how do you do? Я говорю, ты сиди, не отвлекайся, я дойду, дойду. Зачем вы ущипнули наш президент за нос? А чё он ругаться-то начал? Вот представляешь, кричит мне, who are you? Хуаю! Я им говорю, от хуаю слышу! И зам с его мать! Ну, я ему сливу сделала! Сливу! Можно вишенку, но это потише. Я сливу уж. И шо можно крапиву? Я ж не знал, что это ваш президент. Убегая в Белый дом от охраны, вы по пути побили 4 морских пехотинцев. Простите, пожалуйста. Они сами на меня сразу все 4 набросились, а я была не в настроении. Но как вы могли побить 4 морские пехотинца? Сынок, ты хоть раз в поле от быка убегал? Нет. А я каждый день бегаю. У нас дорога до станции, через поле лежит. А в поле тебе можешь пасется. Бык, 4 центнера. Как меня увидеть, зараза, сразу за мной гонится. Ты можешь всегда за дураками бегать. Ты кушай, пожалуйста, кушай, не отвлекайся. Я муж 3 раза рога пообламывал. И все равно, как меня увидит... Пар из ноздрей. Копытом бьет. Вот не могу. А ты говоришь, морские пехотинцы. Фу. Вы есть хулиганка. Угу. Зачем вы написали на стене «Белый дом», «Сочи чемпион 2014»? Я болею. Вы больны? Чем? Я за наших болею. На каждом заборе пишу. Это не забор, это Белый дом.
Очень хорошо видно на белом черным угольком. Сочи. Две. Четыре. Так. Вы звонили из отеля в Нижние Чесуны? Да, звонила. Да, звонила. Ну, у меня ж подруга здесь живет. Вот Ботя. Звонила ей. Здравствуй, Скотт. Добрый день. Как известно, наша страна прослушивает разговоры всех иностранцев. Мы прослушали ваш разговор и пришли к выводу, что вы готовите заговор. Мы провели лексико-грамматический анализ. Я не слишком быстро говорю. Да мы тебя вообще не слушаем. Мы провели лексико-грамматический анализ вашего разговора. Некоторые слова нам были не совсем понятны. Что тебе непонятно? Что означает выражение «ядрить меня в коромысло»? А хрен его знает. Мы можем спросить у мистера Хрена? Ты не понял. Хрен его знает? Значит, никто не знает. Как это никто не знает, если мистер Хрен все-таки знает? Тебе не понять, Скотт. Ты моя хорошая. Очень важный вопрос. Подумайте, прежде чем ответить. Вы знакомы с мамой нашего президента? Нет. Но в телефонном разговоре вы упомянули ее 25 раз. Сынок, мама, она бывает разная. Бывает Кузькина мама. Ее обычно показывают. Бывает такая-то мама. К ней обычно посылают. Слишком больно любопытных. А мама нашего президента, она такая-то или Кузькина? Она Бушкина, Скотт. Бушкина. Так. После атаки на нашего президента мы ведем наблюдение со спутника за Нижними Чесунами. И мы пришли к выводу, что вы готовите оружие массового поражения. Ну с чего ты взял-то? У нас есть фотографии, неоспоримые доказательства. На эти фотографии вы и ваш председатель кладете в какой-то аппарат картошка, свекла, сахар и эти дрожжи. Дрожжи. Вот, а на другой фотографии спустя час вся деревня лежат. Ну, ядрит меня через коромысло, а? Вот опять. Ну, у вас чего, не гонит, что ли? Я не понимаю. На вот, попробуй. Матрёнина полянка. Это что, ваше оружие массового поражения? Нет. Это оружие массового дружения. После него все проблемы исчезают, все конфликты исчезают. Жизнь становится веселая, радостная. Все счастливы. Шуменко мы! Деревья гнулись, а ночка черная. Отпевай. Ты что, не знаешь, что ли? Я не знаю слова этой песни. А какую ты знаешь? Я знаю вот это. Strangers in the night. Эй, погоди, так это та же самая песня. Запевай. Strangers in the night. Деревья гнулись. Strangers in the night. Деревья гнулись. Strangers in the night. Да в поле у ружья. Something in your eyes. Светёт калина. Something in your smile. Дорогой длинной. Something in my heart.
Strangers in the night. На Муромской дорожке. Strangers in the night. Ох, напилась я трошки. Strangers in the night. Степь да степь кругом. Что стоишь, качаясь? Наливай, и мы с тобой еще поем. Пусть у меня живет. Как что, Скот? Ну ничего. Пусть у меня живет. Пусть в бане. А что, ничего. Давай, Скот, у меня в бане дадите. Давай у меня. Как он простой, как он недавно. Понятно. Клавдия Ивановна! Клавдия Ивановна! Так... Ну я Клавдия Ивановна. Уж 36 лет, как Клавдия Ивановна. 36? Ну, с четвертинкой. Огурчиком закуси. Я не за этим. Клавдия Ивановна? У меня к вам серьезный разговор. Самогонку, которую приготовили для продажи, я не пила. Клавдия Ивановна, я не об этом. Если вы помните, в прошлом году за систематический передовизм на производстве вы были направлены в качестве поощрения в Америку на международный симпозиум доярок. Ну, конечно, помню. Я себе, вот смотри, какой подарок привезла, видишь? Тебя что ж привезла, ты помнишь? Бегуди из слоновой кости. Вы же из них еще шахматы сделали. Клавдия Ивановна, я сейчас не об этом. Так вот, из посольства Соединенных... Ты мой хороший. Клавдия Ивановна,